Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть в Айзека, да, всех с прошедшим Новым Годом, Ханукой, 1 мая и чем у вас там еще прошло, ну что же, да, я начал немножко раньше, потому что я торможу, очевидно, да, второй сезон стриков за Идена, поехали. Я немножко здесь накосячил, потому что пришлось перезапускать, дабы... Вау. Дабы стрейк был на нуле, поэтому вначале видели некоторое телодвижение. Блин, давно я не брал в руки шашек. Начало неплохое, надо признать. Да, и как-то очень странно после танчиков играть вот в это. Все-таки я тут залипаю уже который день в танке, потому что, ну, во-первых, Новый год. Во-вторых, хоть у меня и выходные закончились, но я благополучно приболел. Так что у меня, типа, тут пару дней не было никакого выбора, кроме как сидеть и залипать во что-нибудь такое. Нет, почему бы не танки? В принципе, я и после этого пойду в танчики играть. Вот, проснулся я, к слову, вчера. Число сегодня, к слову. Число сегодня 5 января. Есть ненулевая вероятность, что те, кто смотрит это на YouTube, смотрят это где-нибудь, дай бог, в марте. Если смотрите раньше, круто. Потому что, блин, это круто. Вот. Такие пироги. Да, кстати, ребята, у вас тоже ВКонтакт тупит, нет? Че, в танках игнорил? В танках я, честно, ребят, иногда такое настроение, что я никому не хочу его портить. Вот, а чат забанили, потому что ты видел, что в рандоме творится? И я видел. Я им все сказал, да. Серик, Хамло, приветствую тоже. Добро пожаловать, ребят. Всем. Вау. Так, две монетки и золотая кучка. Найс. Блеск. Так, мне бы синее сердце. Или хрен на постном масле. В принципе, тоже норм, да. Хоть я и против, но... Ну ладно. Так, давайте пойдем на следующий левел, потому что тут мне... Не хочется ничего делать. Оу. Ну и пикак как стартовый айтем, это, конечно, да. Еще и два шприца нашел. Вообще. Крутотошка. Надеюсь, они меняют дизайн. Кто что? А, ВКонтакт. Ну да, надеюсь. Ассасин, экстракт жожоба приветствую, господи. Или жожоба, я не знаю. Я в этих штуках не разбираюсь абсолютно. Это... Не мужское это дело в жожоба разбираться. В жожобе. В общем, вот в этой штуке. Тем более в ее экстрактах. А вообще да, кстати, я себе тут на остатки своих своей голды купил Черчилля третьего. Блин, такой танчик фановый. Просто я фиг знает, я столько удовольствия не получал. Да, сливаюсь, конечно, дико, но там и 1000 урона на 5 левеле. Это просто такое удовольствие. Ну, у меня просто была голда, я когда-то донатил. Может, еще буду донатить. В принципе, если играть в танки регулярно, то можно этим заниматься. И если вы думаете, да или нет, то я бы сказал скорее да, чем нет. Блин, дурацкая комната. Привет, Вуран. Привет, Оверлорд Гай. Привет, как сам? Простыл. У меня сначала горло болело. Я вчера хотел стримить, но у меня болело горло. Я не мог говорить нормально. Ну, долго говорить. Сегодня у меня насморк. Ну, по крайней мере, говорить могу. Никс, я видел, я тоже матерился, но надо что-то типа качественно материться, например, о русскую
А, о русскую, о английскую, туда заменять мало заметно, шанс бана уменьшить можно. И сегодня поджег два раза чувака, у него так горело, что просто жесть. А я на арте играю, у всех горит перманентно. Вот. Не, я на самом деле 4 дня бана, это мне так. Ну, бан чата. Это мне по мелочи дали. Я там наматерился за неделю, наверное. Ну, считайте, где-то с числа с 30-го я играл. Я даже перед Новым годом играл, потому что какой-то Новый год был тухлый. Прямо скажем, Новый год в этом году отстой. Прошлый Новый год был лучше. Какого-то настроения было, все такое. Вот. Я там наговорил, да. Я, в принципе, даже не особо жалею, что у меня бан-чата. Потому что один хрен эти идиоты, они не слушают. Там эти чуваки, которые в отпуск ушли. Ага. Ну да, мне вот этого вот только вот добра не хватало. My Reflection. А, сейчас. Удачи, Потёмкин. Не знаю, куда ты, но удачи. Я патлар, я разбираюсь на последний слог ударения. Патлар? Что? Так, у меня насморк, поэтому сорян за некоторые отвлечения резкие. Да, так, продолжаем. Так, мне надо искать... I'm RCZ, приветствую. Я не уверен, как твой ник читается, но в любом случае, добро пожаловать. Да, сегодня, кстати, я очень поздно дал анонс, буквально за 15 минут до стрима, я еще его не дал ВКонтакт. Сейчас, кстати, ВКонтакте проверю, это, еще раз напоминаю, 5 число сегодня. О, ВКонтакте заработал, прекрасно. Так, сейчас, ребят, извините, пожалуйста, я буквально по-быстрому дам анонс в группу, потому что надо. Потому что оттуда тоже люди приходят и... Да, я не знаю, сколько мы сегодня будем играть, я не знаю, во что мы сегодня будем играть. Может быть, я потом пойду залипать танчики. Ну, просто потому, что я проснулся вчера в 8 вечера. Вот. Так, сейчас еще одну штуку дам. Если вы смотрите это на YouTube, просто перемотайте. Если вы смотрите это на стриме, я думаю, вы поймете. Я не ожидал, что ВКонтакте так взбрыкнет. Так, все, это можно все закрыть. Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня, YouTube? Почему ты ходишь среди живых? А ты как раньше, только соло играешь? Да, мне соло как-то играть привычнее. Я знаю, что это командная игра, и что с подписчиками играть как-то прикольно и принято. Ну, просто не по мне это. Не знаю, мне как-то... Мне бы одному понять, блин, что делать, не говоря уже толпой. Хотя когда-то с Хроником играли, в принципе, было весело, но... Ну, как-то танчики поменялись. Сама игра другой стала. А, дурак, блин, хожу, ищу секретку. Ну да. Я думаю, стоит поискать еще минут 20, я ее точно найду. Ну ты... Speed size up, точнее size down. Пожалуй, что да. Aldris. Золотое сердце. Это сердце как черное или как... Ау. Как синее, например, только золотое. И, в общем-то, работает оно примерно как черное. Когда у тебя его отнимают, у черного срабатывает некрономикон, у этого срабатывает выдать тебе несколько монеток. Так, я надеюсь, сейчас кони не двину. А то, ну, в принципе, по барабану.
Но не хотелось бы. Так, я в наркомана трансформировался или нет? Я понять не могу никак. Так, это плюс один damage up. Да, я взял, кстати, вот это, а не гимпи, потому что эта штука даст мне нифиговый такой дамаг от одной этой мушки. Она будет просто... Просто-таки карать и овнить. Пожалуйста, Хайрофент. Хайрофент, пожалуйста, черед. Как-то. Угу. О. Так, нет, я не знаю, трансформировался ли я в наркомана и дает ли мне это PhD. Говорят, что вроде как говорят, что дает. Вот такие дела. Вот об этом и речь. Не знаю, что его так покоцало, этот чувак или... Или эта штука. Ну, что-то... Ой, господи, не ту кнопку нажал. Но что-то его определенно убило. И убил достаточно быстро. Господи, как же это непривычно в Айзека играть, вы не поверите. Да, кстати, сегодня, если Макмиллан опять не ощенячился, выйдет Afterburst Plus, которая что-то добавит. Чего-то она, очевидно, не добавит. Нет. Опа. Опа. Curse of Maze. Понял. Я тебя понял, игра. Привет, Power. Задержка, ну, секунд 30. Плюс-минус. Плюс твой интернет. Так, мне, наверное, где-то здесь надо ее искать. Да. Так. Что еще мне нужно? Мне нужно сходить вот в эту комнатку. Я сказал сходить вот в эту комнатку. Может, и не стоило. Да нет, нормально, стоило. Так, ну мне, пожалуй, еще вон в ту комнатку. Рватный корень. Ну да, мы с этого начали. Стартовый артефакт. Что поделать? Не имею ничего против. Так, ну хорошо, пока я жив, в принципе, так что это неплохо. Неплохо идущий забег. Не идущий даже не в жопу. Пока что. Окей. А с Новым годом, Fish 700. Добро пожаловать, ребят. Всем добро пожаловать. Михаил Максим. У тебя двойное имя или ты не определился? Влад Миф, привет. Я тут немножко Red Bull'ом заправляюсь. Так что, ну, ни к чему это не обязывает. Так, просто объясняю, что я тут пью такое. Если что, почему слил? Ну, давно как-то. Если на Ютубе смотришь, это все запись, понятное дело, что... На Ютуб там первый сезон стрика, он до... Не помню до какого числа, очень до неблизкого отсюда. Хотя, в принципе, не так уж и много эпизодов там осталось, по-моему. На данный момент. Ну, штук 20 есть. Блин, вот они думали хоть чем-нибудь, а? Желательно не сфинктером, а анальным. А чем-то вроде того, что у них находится на плечах.
Да ё-моё. Так, хпшка. Давай, отлично. Шикарно. Ну давай, игра, ну давай. Конечно, Господи Иисусе, это же должен быть Боб. И пикак стартовый был, да. Что, бывает и так. Это же Afterbirth. Что бы хотели? Демонстрирую. К счастью, мне это пока что не пригодится. Блин, какого черта? Я появился в комнате и сразу моя муха кого-то убила. Это странно. Но я не знаю, где он был. Может, это глюк какой-то. Знаете, как такой, чисто визуальный. Так, что у нас тут? И тут у нас, конечно же, опять никаких синих сердец. Потому что синие сердца это для лохов. Красный выбор мастеров, да? Игра. Да ё-моё, ну вот как он повернул? Какого черта он это сделал? Окей. Окей. Момент. Да, поехали. Nope. Эх, ну конечно, естественно, само собой, куда без этого. Да ё-моё, ну блин, некуда было идти, просто некуда. HP up и... Погнали. Привет, Майл. Ох, эти нечестные шипы. Ох, нечестные шипы. Да, Лост, кстати. Стало действительно холодно. Я думаю, что мой пукан снова отопит Калининград, потому что у нас было плюс 10. А потом температура упала до минус 15. Я думаю, что все это из-за отсутствия подогрева. Да блин, сволочь.
Я же себя сейчас убью нафиг, блин, с таким хп. Мне нужен пироманьяк. И губозакатывающая, пожалуйста. За третий столик. Да. Так, ладно, мне не сюда. The Moon. The Moon мне не нужен. А может быть и нужен. Да. Так, выйдем здесь, пожалуй. Nope. 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 И... О! Еп! Пиром мне не хочет. Брамц! Вау! Так, использовать эти бомбы в комнате с притягивающими штуками опасно. Заметка на будущее. Я знаю, что я хочу. Самонаводку. Любую. Просто любую чертову самонаводку. Мне хватит. Да, кстати, немецкая арта решает. Вообще, арта рулит. Ну, не тогда, когда она по мне стреляет, но вообще рулит. Так, о, черт. Что будет после Айзека, я не знаю, если честно. Может быть, на Айзеке и закончу. Может быть, пойду играть в танчики. Я как бы планов не планировал никаких. D10, о нет. Так, раз, во-первых. Во-вторых, вот это, pay to play, ага. Humbling bundle, оу е. Что мне теперь? А, я думал, монетки будут лететь. Так неинтересно. Так, куда мне дальше? Да, пожалуй. Ну, попадаю же. Так, Хермит. Не нужен. Ой-ой-ой, Элджес. Так, мне это тоже не нужно. Этот тринкет вызывает мух из фекалий. Вау. Да, все-таки в Айзеке я разбираюсь лучше, чем в танках. И меня это непременно радует. Просто безумнейшим образом. Вау. Как хорошо все-таки, когда в игре все зависит от тебя и только от тебя. А не от какого-то рака, который, блин, вчера игру установил. Это просто великолепно, ребята. Желаю вам всем это испытать. Так, кстати, да, там сердечко. Я его что-то пропустил. Не заметил. Бывает. ПТшки круче. Я не понял этого дзена. Сидеть в кустах и наяривать. У меня Hellcat. Я не могу на нем урона настрелять. Ну, правда, на штуке настрелял, но на Hellcat не могу. Black Powder. О, черт. Это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что это двойной урон. Плохо, потому что это двойной, блин, урон.
Так, что это? Джудже? А, черт. Ну ладно. Нет, братишка. Нет. О, он сдох слегка. Не, все-таки не очень удобно этот бин, который я подобрал. Вернее сказать, он вообще неудобный. Потому что каждый раз, когда я его использую, персонаж встает как вкопанный и получает урон. Это неудобно. В Айзеке RNG решает, а RNG хуже рака же. Ага, это ты так думаешь. Наивный чукотский лост, блин. Когда рак лезет под 5 стволов, вот это да. Когда он поворачивается бортом к сопернику, в то время как... как бы пытается одного контрить, который даже еще не появился в засвете. А в это время его там разбирают слева, например. А он все стоит и смотрит, стоит и смотрит. А его разбирают подкрыто. Просто повернись да пальни. Хотя бы попытайся. Не, нифига. Уж лучше рандом, ей-богу. А шот спид выше у этого чувака. А шот спид. Шот спид. Ара скорость. Привет, 13-й. Да я болею, но... но я сегодня под Радбулом, так что мне норм. Более или менее. Потому что мне надо выспаться, как бы, и встать завтра, например, на стрим нормально. Хотя завтра стрима не обещаю. Вот, но я хочу вставать в 8, а не ложиться в... а не ложиться в 10. Нет, это глубины 2. Я должен найти магазин. Dunk Taps. Влажные глубины. Или какие они там? Не, не влажные. Какие-то другие. Влажные — это пещера. Так, вау. Эх, страшно жрать пилюли. Просто страшно. Ага, конечно, кто же тут может быть, если не алчность? Это же последний магазин в игре. Нафига ж тут быть, блин, магазину, правильно? Затопленная пещера? Ничего не знаю. У нас тут пошлые шутки, не мешай. Заметь, я не говорю хорошие. Пошлые. Только лишь пошлые. Так, а где еще может быть? А может быть прямо рядом с боссом, кстати говоря. О, еще здоровье, клево. Похоже, урона она наносит, блин, как бог на душу положит. Может мне тогда повезло на босса, у него типа мало хп было. Что убило его сразу. И без мучений. Так, сундук, конечно же. Во славу сундука, конечно же. Так. Вы знаете, это я хотя бы смогу каждый раз использовать и что-то получать с этого. В то время как от баба мне ни хрена. Баба. Фасоль. Это фасоль.
Ты еще пару месяцев назад говорил, что режим менять будешь. Вижу я, как ты как меняется. Ну, блин. Нет, ложиться в 5 это еще ничего. А вот ложиться в 10 вечера, это уже кранты. Ой, в 10 вечера. Блин, если б вечер. Утро, конечно же. Тут уже никаких редбулов не напасешься. Прям как будто вот тот день, когда я первый раз стримил реберс. Сундук? Какой сундук? Что сундук? Ты типа выбора сделал? Тут выбора нет, это стрик, конечно, сундук инквизитор. Ну, в смысле, выбор-то, конечно, у меня есть, но сундук как-то поадекватнее по сложности. И почестнее. По ней же. Ау! Ты такой нехороший. Так, ну Дэрил мне, конечно, не помешало бы. Бы. Если бы... Карта Алджус не была более полезной. Вернее, руна. Шоу неадекватен? Не, шоу легкий, а вот Даркрум следующий за ним, это кошмар. Эй! Эй, Конквест! Эй, Чепушила! Ну-ка, выходи! Ах, ты ж морда вьетнамская! И не спрашивайте, почему вьетнамская, я без понятия. Я просто несу херню, потому что я хочу спать. Да, давайте дальше. Как находить в красных камнях плюшки, так же как и в синих, на них крестик. Только крестик очень и очень хитро запрятан, я бы сказал. Да, нам дали наконец-то демедшап. В принципе, демедшап в этом забеге мне не обязателен абсолютно. Поскольку и пикак сам по себе хороший демедшап. Так, что, да, давайте два ключа потратим, почему бы и нет. Ага, игра, спасибо за скидку. Даже не знаю, что с ней делать. Я думаю, что надо будет ее диплопией. Ну, чтоб сразу в магазинах покупать все бесплатно. В магазинах, которых больше нет в этой игре. В этом забеге, вернее. Не видишь? Ну, скилл приходит со временем. Наберись терпения. И все получится. Да ты ж скотская рука, а. Одна из самых поганых комнат. Одна из самых нечестных комнат. Ну, потому что одна рука это еще куда ни шло. А вот две уже все. То есть от одной ты уклонишься, от двух никогда. Ну, либо у вас есть полет, и вам считайте, что вам повезло. Достаточно крупно. Чтобы отметить это. Как минимум чипсами. Так. Так быстро они все складываются. Даже не верится. Так, неужели тут? Ой, господи, я путаю кнопки. Это финиш. Так, господа, нет. Нет, 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 нет. Блин, вот если после их смерти хотя бы давали что-то. А то просто какая-то тупая ловушка и без ничего. Я так не играю.
Где он? Где крестик? В правом нижнем углу как бы. Он хорошо различим, просто он. Ну, просто камень не синего цвета, поэтому ты на него внимания не обращаешь. Нужно просто смотреть внимательно и все. Ну, собственно, вот он. Видишь, вон там вот крестик. Он здесь ровно одного вида, вот такого. Вот камень, на котором я стою, там крестик в левом нижнем. Да, в правом нижнем, пардон. Вот он-то нам и нужен. Пумц. И вот оно, сердечко. Так, есть у меня одна мысль. Так, работает или нет? Пофиксили или нет? Видимо, пофиксили. Либо это не работает с эпигаком. Вообще работало. Ладно, нет так нет. Вообще должны были упасть расходники. Как должны были? Падали, пока баг не пофиксили. О, а вот это мне нужно. На стриме Витаса, да, был. Я пинал болты, играл в танки, и я не особо смотрел, во что они играют. Да и Silent Hill мне не показался чем-то атмосферным. Может быть графика, может быть еще что. Не знаю. Ты избавился от красных сердец, чтобы получать щит полароида при каждом уроне, да. И именно для этого. Пойдешь на матчи чемпионата мира по 2018? Нет. Да, я знаю, что это типа событие мирового масштаба, да, что оно будет типа в Калининграде отчасти. Ну, по крайней мере, такой план был. Но нет, не пойду. Я не фанат футбола, и все. Хотя, может быть, на сборную Германии посмотреть сходил бы. Но, честно, у нас, по-моему, конь не валялся в плане стадионов. А где что это было? Что было? Ау! Выспался ли я? Ау, нет. Я не спал. Все хорошо. Меньше отвлекаться на чат, когда идет плотный забег. Так, ну и тут я был. Гоу дальше. Посоветуйте тактику за лоста, у которого нет холи ментала. Открыть ему холи ментал — лучшая тактика. И не тратить свои нервы об него. Я знаю, что это... Ау. Я знаю, что это типа очень нудно, долго, но просто сделай. Ну или в противном случае тебе нужно Holy Mantle наролить или кошку. Желательно и то, и другое. Вообще все, что дает жизни, но не трансформирует тебя в других персонажей. То есть Judas Shadow не подходит, например. Lazarus Rex не подходит.
Анг тоже не подходит, потому что если ты сдохнешь, трансформируешься в соответствующего персонажа, то ачивка за прохождение засчитается этому персонажу, а не лосту. Так что это кошка и ванап, возможно, еще. Ошейник, да, тоже рулит. Ну, ошейник это так. Как бы желательно иметь и кошку, и ванап, и ошейник, и все-все-все. Ну, а дальше как бы не лососнуть. Да, там на стриме вообще что-то непонятное творилось. Я так и не понял, они пошутили про безалкогольный Джек Дэниелс, или эти наркоманы его таки где-то достали? Не, ну хрен знает. Но мне кажется, это типа шутка была. Ну, по-моему, они бухали. То мне не особо дело до этого было. Так, ладно, мы не будем обсуждать стрим Зулина здесь. Я не хочу. Да и я не так его, то чтобы внимательно смотрел. Да и рева не хватало. Черный братюня? Это у нас Инкубус, по-моему. Да, Инкубус. Разве Суккуб? По-моему, Инкуб. По-моему, Суккуб это тот, который бесполезный. Ну, не бесполезный как-то, но вы поняли, о чем я. Да, кстати говоря, эти лучи стали нерандомными, я же вспомнил об этом только сейчас. Черт. Да не бухали, я сказал, что они пьяные, но не сильно. Ой, да что там пьянеть-то, боже мой. Выпили как котята. Вы не знаете, что такое пьяные? Вот когда ты из бара телепортируешься домой, ты пьяный. Да, очень. Да, игра, именно этого мне не хватало. Моей охренительной комбе. Дополнение. Надо было брать My Reflection, потом Сою, потом Tiny Planet. А чё бы нет? Ау. Так. Что бы это ни дало мне, я беру. Но, по-моему, Капикаку оно не дает ровным счетом ни хрена. Так. Вот так вот. Лучи теперь тащат. Блин, да отстой, когда не можешь сказать даже, вырубил ты босса, точнее, вырубил ты мобов или нет. Еще минут, извините, насморк он такой. Так, все. Я в порядке. Если можно это состояние считать как в порядке.
Эй, хаунд, тварь, на, скотина, ешь. Все, джи-джи. Оу-е, джи-джи еще раз. Затощено.